Знакомьтесь, это Вован Татарский, один из наших лучших специалистов. Это Вовчик Малой, почти тезка твой. Еще нет шансов зовут. Короче, это наша крыша. У него заказ к тебе. Ты слушай внимательно, запоминай. Потом распишешь. Когда за границей бываешь, унижение чувствуешь? Я там особенно не бываю. Молодец. Потому что поедешь, почувствуешь. Это точно говорит. Аппарат для голосования далек от мысли, что это сделано специально. Российская делегация не имеет права голосовать. Они нас там за людей не считают. Думают, что мы все говно и звери. А почему такое отношение, мнение есть? Ну, потому что фильмы их не смотрим. На тачках на их не ездим. Даже хавку, и то их не едим. А сами производим только бабки, которые по всем понятиям тоже их доллары. Я, конечно, не экономист, но точно чувствую, гнилое здесь дело. Просто потеряли на время духовности для всей этой байды. А ведь мы же Россия. И же подумать страшно, великая страна. Согласен? Ну... Короче, я тебе сейчас идею просто на пальцах объясню. Наш бизнес выходит на международную арену. И там крутятся всякие бабки. Чеченские, колумбийские. Ну ты понял. Если на них просто посмотреть, как на бабки, то они все одинаковые. Но за каждым бабком стоит какая-то национальная идея. У нас тоже был этот коммунизм. А теперь он кончился, и никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь за бабками не могут стоять просто бабки. Потому что чисто непонятно, почему одни впереди, а другие сзади. О как! Учись, Вован. А нужна простая, четкая русская идея. Чтобы я мог любой суке из любого там Гарварда на пальцах объяснить. Тыр-пыр, 8-10. Модель нового мышления. Чтобы они не думали, что мы там в России денег украли и железную дверь поставили. Чтобы они, бляди, такую духовность почувствовали, как в 45-м под Сталинградом. Понял? За деньги, за деньги. Все там это золото, ну, там все это все. Это мы все знаем. Нет, она не проиграла войну. Это мы все это знаем. Зачем это все? Модель нового мышления, которая говорит о синтезе, а не о разделении и не она. Не о анализе. Расскажи, как она раскрывается. Покажи, как она раскрывается. Она раскрывается. Это 3D-проекция. Это не плоскостное выражение. Да, растягивание. И не это плоскостное, а это объемное. Это, ну сразу не поймешь. Эта штука имеет свою проекцию. Серьезный вид, конечно. Я так чувствую, что в этом что-то много есть. Мы, в общем, приблизились к первой основе, то бишь сегодня у нас доклад по квантовой механике и философии. Необходимо обращаться к философии. Может быть, пару отвлекусь, минут. Вот все-таки я занимаюсь философией физики. Современная физика находится в некотором методологическом тупике уже достаточно долгое количество времени. И, на мой взгляд, это существенным образом связано с тем, что современные физики, они, в отличие от родоначальников физики и корифеев физики 20-го столетия, не философствуют и принципиально этого боятся и избегают. И отсутствие, полностью отсутствие каких-то либо кардинально новых идей. Вот такая позиция, она ведет, ну, действительно, она зарезает дальнейший, я, на мой взгляд, ну, прогресс и понимание квантовой механики, потому что вот для меня все-таки квантовую механику нужно ведь все-таки идти откуда-то выводить, из каких-то принципов. Если мы ищем, все-таки мы ученые, а тогда нужно задаваться вопросом, а что такое волновая функция? Суть, о сути этой квантовой шизофрении. И, вообще-то говоря, все остальные интерпретации именно этим вопросом и задаются.
Это такая, она тоже имеет, кстати, философские корни, восходящие к неопозитивизму. Неопозитивизм, потому что вот в тот момент, когда создавалась трактовка, вот эта копенгагенская трактовка квантовой механики, ну, Нильс Бор был во время своей жизни сторонником многих философий. Сначала философия Киркегора, потом неопозитивистская философия. Вот как раз здесь отпечаток неопозитивистской философии. А в конце жизни он был сторонником, правда, уже восточных философий. И вот он умер 18 ноября 1962 года и знал, что умирает. Попросил, чтобы ему на надгробии был выгравен инь-янь из китайской философии. Вот это как раз принцип суперпозиции, принцип дополнительности, вот этот код Шрёдингера, да, вот то, что отражает суть квантовой механики. Он считал, что там нужно искать восточной философии понимание квантовой механики. Главное звено, за которое можно уцепиться и вытащить всю цепь проблем, это наведение порядка в знаках и символах. Повторяю, наведение порядка в знаках и символах. Почему? Потому что людьми правят не слова и законы, а знаки и символы. Потому что знаки и символы воздействуют на бессознательном уровне. Происходит из культуры Востока и позиционируется как знак равновесия. И имеет контрастную визуализацию дуальности черного и белого. На самом деле, все мы знаем, что плохое и хорошее природа отсутствует. Это чисто человеческое. У природы нет плохой погоды. Всякая погода хороша. В моих руках устройство, отождествляющее данное явление. Так. Она пишется как вот так. Раз. Два. Вот. Начинается, называют ее инь-янь. Доказательством того, что эта буква никакого отношения не имеет к чинайцам, служит их загадка, их же, собственно, великий квадрат, который не имеет углов. Они ее до сих пор не разгадали. Так. Вот великий квадрат, который не имеет углов. Но это квадрат четвертого измерения, это круглый квадрат. Так. Если вы возьмете квадрат, то каждой стороне квадрата принадлежит одна и та же площадь, правильно? Стороне квадрата. Или я не прав? Значит, вот площадь круга вот этого, это сторона квадрата. Вот полная площадь круга. И вот это. Они одинаковые? Одна площадь, вторая площадь. А чему равна вот эта площадь? Вверху и внизу оставшиеся. Они те же самые по величине. Разные формы, но площади те же самые. То есть каждой стороне квадрата принадлежит одна и та же площадь. Поэтому это квадрат. Но он круглый. И в нем нет углов, он сопрягается полностью. Так. А теперь есть русская загадка, на которую я нигде не могу найти внятного ответа. Что это? У них один брат правша, второй левша, а третий обруч. Это описание, как пишется буква «фита». Ну как вы, не имея эту букву перед глазами, как вы скажете, какой брат куда рисует? Правша, левша и обруч. То есть это чисто русская буква. Ну что, у нас есть загадка на эту тему. А у них нет. У них есть великий квадрат. Это образ нового мышления.
перевод нашей плоскостной грамоты в объемную грамоту. То есть вот этот организм устраивает в голове такой шухер, при котором вы можете осуществлять мышление объемно-процессное. То есть вы видите ситуацию в объеме и видите в этом объеме, как происходят процессы. Значит, когда мы хотим сделать божественную золотую пропорцию, мы должны начать сделать золотое число из пропорции фи. Значит, пропорция фи, божественная пропорция фи, выражается числом фи равняется 1,618,03. Так, это фи в первой степени. Значит, мы берем место ра, оставляем значение фи, так, и получаем, значит, золотое число у нас равняется, здесь единица, просто напишем фи во второй степени плюс единица. А теперь разделим это число в божественную пропорцию. То есть разделим все это на фи в первой степени. Что мы получаем? Божественная золотая пропорция у нас равняется фи во второй степени разделить на фи в первой степени. Плюс единица разделить на фи в первой степени. Или равняется 1,618 плюс 0,618 равняется 2,236 или 5 в 1/2 степени. Здесь число 5, здесь число 5 в 1/2 степени основания. Вот это называется величина фи. У нас 0, она больше 0, обозначается ИЛО, а это СОФИЯ. Вот число СОФИЯ. ФИИЛО СОФИЯ. Вот откуда происходит название философия. То есть русская философия – сверхточная наука, ничего общего с любомудрием, а тем более с теми поднями, которые сейчас сделали, не имеет отношения. Поэтому вот настоящее происхождение философии, понятие. Здесь можно что-то смотреть, что у нас философская истина, откуда берется аббревиатура фи, это число 2,618, божественная пропорция 1,618 в первой степени, так, еще и понятие философский камень. Это степень меньшая, а меньше 1/2 степени может только 1/4 степень. Философский камень – это фи 1/4 степени, философская истина, или 1,272, основание 1,618,03. Это число называется «золотой рыбкой». Это все прекрасно описал Пушкин в своей сказке про рыбака и рыбку. Там у него старик и старуха. Лен, покажи, пожалуйста, Лежа Катенко. Закончу, значит, так вот, к одним из новых, скажем, открытий, которые были сделаны как единый биологический код, относится, значит, спираль, божественная спираль. Значит, это закон развития биологических систем, который определяется разница между ними только условия входа в систему, это угол входа в систему. А дальше все по одному закону. Двойные квадраты, диагонали, переход на следующую ступень. Причем у нас система центра вращается в эту сторону, так, вот сюда. А витки спирали вращаются в другую сторону. То же самое вращение галактики, когда у нас центр стремится в одну сторону вращается, а остальные вращаются в другую сторону. Полное совпадение биологии с моллюсками, со всеми этими аммонитами. Вот это просто показал картинку. Это уже продолжение этого результата, уже научный результат для новой системы знаний совершенно. Простая, четкая, русская идея. Нет. Округлую спиралевидную форму. Асимметричных витков.
соединенных внутренней S-образной петлей. Фита, что она в себе несет? Что за таинственность? Почему он ходит с этой фитой все время и пытается через нее мир? Он правильно ходит с этой фитой. Почему? Потому что это знаковая система, семантика. Она определяет, вот есть кола, то есть есть яйцеклетка, из нее вышла жизнь. Как этой жизни начать движение? С точки зрения, не буду рисовать больше, с точки зрения вот задача, то есть идет не деление, как у нас говорят клетки, а умножение. И клетка, волна проходит. Вот когда сперматозоид прошивает яйцеклетку, то идет вот такая волна. Есть даже записи. А идет? Идет волна. И эта волна как раз отражается уже во внутреннем режиме. Вот полный цикл. То есть это и амплитуда здесь проявлена, и полный цикл волны. Ну, еще раз показываю, если мы вот так вот условно прочертим, то это полный цикл волны, то есть начало и завершение. Вопрос, что есть такое фита? И ответ, да? Ну да, вот тебе ответ, потому что на самом деле здесь как можно просто так фи? Но тут же ж есть самое главное, то есть здесь заложена энергия фи. А энергия фи отображает что? 1,618, божественное число. Ну и дальше там в периоде. Фибоначчи не туда же идет? Так Фибоначчи к этому. Там, где есть фи, там есть Фибоначчи. Философия. Кстати, философия это не наука о трепотне словоблудии, как это сейчас в современном мире. А философия как раз мудрость движения энергий. Ага, вот так вот, да? Да. Вот философия как раз об этом и свидетельствует. Настоящая философия. Потому что в любом философском камне, трактате заложен... Почему говорят философский камень? Да, да. Вот как раз с этим связано. Я честно говоря... Потому что камень – это закон. Миром правят символы и образы. И мир невидимый станет видимым. Так вот легко открывается дверь в новый мир. Традиционная эпоха военных уходит. Это символизирует уходящие офицеры, идущие после трудового дня домой. Их ждут семьи. Приходит время.